Добрый день, с вами сегодня Виктор Коробкин, дочка рыба, мой талисман. Сегодня, ребята, я хочу показать вам по поводу вот экшн-камеры своей, той, которую показывал в предыдущем фильме. Сделал я себе такой вот поясок. Прикупил чехольчик для него, вот такой вот магазинчик себе. И пояс такой. И на него поставил, пришил вот такую вещь сюда себе, эту защелочку для видеокамеры. Я показывал, которая там заходит, что у меня поломалось. Как ни странно, сегодня тоже ставил. И у меня тоже во втором тоже отломалась такая штука. Я не знаю, почему они так, ну, в общем, бракованные какие-то. Ну, во всяком случае, держат. Я взял вот эту, вот такой вот, который идет, они идут, несколько штук их идет к видеокамере. Одна вот, которая идет без внутреннего наконечника, накручивать, который с резьбой. Я взял, прилепил сюда, поставил здесь на скотч и пришил нитками. А пояс взял, этот видно от какой-то сумки, я даже не знаю, но он с такой вот крышечкой. А можно, конечно, пояс, я так понимаю, что подойдет, наверное, еще тот, который в автомобиле есть, этот ремни безопасности пристегивается. Он тоже такого же качества, то есть можно его и оттуда использовать, можно от сумки. Ну, в общем, мне попался вот такой от сумки. Я купил на базаре, дедушка продавал, вот я приобрел себе такой поясок. Вот, он был здесь немножко, здесь сшил его. Ну и прицепил, соответственно, вот такую вещь. Эту застежку сюда, с той стороны, чтобы была плотно, так она, чтобы она не сворачивалась, прилепил здесь эту скотчем, который дается в комплекте, идет к кинокамере. Ну и получилось у меня вот такая, поставил такую вот насадочку сюда. Их всего две идет, вот таких две. Одна сломалась, но думаю, вот эту поставлю тогда, посмотрю, как она будет смотреться. И эта тоже сломалась. Но, во всяком случае, держит. И хочу показать, как она смотрится, как она держится. Значит, ну, конечно, заводить надо, чтобы аккуратно, чтобы не сломать опять. О, защелкнуло. Ну, и, соответственно, это я делал для груди, чтобы можно было на рыбалке снимать, при этом не отвлекаться. Ну, чтобы видеокамера снимала. Вот такого плана себе сделал. То есть можно и ниже, ну, если, допустим, на подводный лов там показать внизу, значит, вот так стоишь, ловишь. Если удочкой, значит, вот вводишь рукой, там она в огнем попадает, все. Очень удобно, включил, выключил. Вот такой поясок. Тут он, еще запас есть, то есть непосредственно можешь делать себе больше, меньше. Очень удобно. Стоит плотно, держится. Тут не скручивается, не заворачивается, потому что я тут уплотнил с той стороны. Она не провисает, как бы так вот таким ударом. Ну, вот так получается. Решил поделиться. Может, кому-то тоже кто-то попадет в такой переплет, как и я. Купил такую камеру, а пояса нету. Вот, можно сделать так же, взять как какой-то сумки пояс и сделать так, как я. Ну вот, друзья, такой вот короткий на сегодня у меня обзорчик. Может, кому-то и принесет пользу. Показал, рассказал. Снимается, правда, как ни странно, уже не ломается. Дай бог, чтобы не ломалось. О! Приехал на рыбалку, одел. Уехал, снял. Удобненько, вот таким вот. Ну, на сегодня все. Хороших вам удачной рыбалки трофейной. До следующих встреч. С вами был сегодня Виктор Коробкин.